Хабаровск сделал то, что не удавалось еще никому в новейшей истории России. 30 тысяч протестующих. Без лидеров. Без партий. Да, в Москве было 100 тысяч 9 лет назад. Но в Хабаровске живет 600 тысяч человек. А в Москве на 12 миллионов больше. Они за Фургала вышли? Конечно, нет. За себя. И с ЛДПР, которая сразу от них открестилась. И с Фургалом все понятно. Фургал был скучнейшим депутатом Госдумы, которого вынесло в губернаторы на протестном голосовании. За него проголосовали 2 года назад просто потому, что он не кремлевский, не московский. А сейчас Хабаровск зачистят. Постараются испугать. И пришлют им нового губера, согласованного. Во всем остальном точно такого же. Сценарий подавления отработан на Осетии и на Ингушетии. Арестовать, посадить, а журналистам заткнуть рты. Что уже вообще легче легкого. Журналисты теперь и Путина враги, и Навального одновременно. Если, конечно, вы еще не путаете журналистов с пропагандистами. Никто же в здравом уме и твердой памяти Соловьева или Симонян журналистами до сих пор не называл. И все быстро забудут Хабаровск. Кроме, конечно, самого Хабаровска. Почему это важно? Ко всему прочему, еще и потому, что у гражданина Фургала убойные статьи. То есть ему положен суд присяжных. А суд присяжных у нас по месту жительства подсудимого. То есть в Хабаровске. В Хабаровске его будут судить. Нет, конечно. Можно наплевать на уголовный кодекс, и на уголовно-процессуальный кодекс. Не на то уже плевали. Вон как на Конституцию наплевали. И ничего. Что уж там кодекса. Но все же. Рано или поздно, а кто-нибудь обязательно окажется текстильно-предельной фабрикой «Невка». Это с нее началась февральская революция 1917 года. С тишайшей женской фабрики. Это они, работницы ниточного цеха, вышли на улицы Питера. И поглазеть на бунтующих баб вышли все. И присоединились. Кстати, сейчас на фабрике «Невка» бизнес-центр, само собой. На месте Хабаровска тоже скоро будет бизнес-центр. Причем, скорее всего, китайский. Большой Уссурийский остров, остров Тарабаров, это рядом. Там дачи у хабаровчан были. И вот они были отданы Китаю в начале 2000-х, именно Путиным. Кто там голосовал по поправкам Конституции за территориальную целостность? У хабаровчан спросите. Сколько русских земель отдано втихаря просто так? Где полыхнет еще? Как говорят политологи, предсказательная сила на этом горизонте невелика. Так она не только у них невелика, она в Кремле еще меньше. Оттуда вообще горизонта не видно. А главное, не видно глубин. И все барометры взорваны и признаны иностранными агентами. Если сказать по правде, а не по марксизму-ленинизму, то роль личности в истории очень велика. Когда система будет рушиться, а это неизбежно, возникнут талантливые люди, которые сейчас ни сном, ни духом не собираются сделать того, что они сделают. И люди эти будут совершенно случайны. От того, какими они окажутся, таким и будет наше будущее. Так что берегите друг друга.